Проснулись, почистили зубы, позавтракали и снова не знаете, чем заняться. В квартире чисто, еды наготовили на месяц вперед и даже гардероб разобрали. Что же делать? Участники интернет-челленджей нашли ответ на этот вопрос. Я запускаю новый флешмоб. Как не сойти с ума, сидя дома? Постоять на руках и сделать дурацкую позу ногами. А вспомнить свой навык жонглирования булавами. Занимаются спортом, музыкой, поют, танцуют и снимают на видео, как развлекают себя, сидя дома. Многие в погоне за лайками и популярностью готовы на все. Понесла! Скажи, ай! Ну и, конечно, творчество. Художница Джессика Янг учит своих подписчиков интуитивной живописи. А российские блогеры, чтобы избавиться от хандры, запустили свой флешмоб «Изоизоляция». Воссоздают шедевры мировой культуры из подручных средств. Чтобы на самоизоляции не превратиться из принцесс в чумазых золушек, девушкам приходится следить за собой. Не отстают и мужчины. У Игоря Николаева, к примеру, дома личный стилист – внучка. Вместо красной дорожки у звезд шоу-бизнеса теперь паркет в квартире. Новые платья приходится выгуливать на кухне. Не пропадать ведь добру. А чего только стоят наряды из подушек и одеял. Как-никак тренд сезона. А вынос мусора теперь главное семейное развлечение. Раз уж вы застряли дома вместе со своими вторыми половинками, самое время узнать их получше. День рождения. Не скучайте, а время дома проводите с пользой и, конечно, делитесь с нами своими видеопобедами, курьезами и просто хорошими новостями. А ролики присылайте нам на почту с пометкой «Самоизоляция».